данной ситуации, по-моему, вообще сложный такой вопрос. Лучше, наверное, никого не будет. Лучше тот, кто сейчас есть, пусть доводит дело до конца. Поскольку постоянно меняем вожжи на переправе, и никакого логического финиша нету. Все начинают сначала, но никто не хочет завершать. Я человек, наверное, аполитичный, поэтому я не знаю ни того, ни другого. Только не я ценю. Грозный, конечно. А почему? Потому что он мужчина. Ну и умнее считаю. Не знаю. Я не знаю, не интересуюсь политикой. Ну я резко, естественно. Mm-hmm. Просто Гройсман уже, если бы он бы сразу был бы руководителем, может быть, мы посмотрели бы. А сейчас в нынешней ситуации лучше, так сказать, независимый человек, который... Нет, ну как не, от партии независимый. Я думаю, Гройсман. Почему? Ну, много причин на это. Я как бы не сейчас не расположена об этом дискутировать. Новое лицо. И не Рейска, не Гройсман. Тот, кого должен выбрать народ, я считаю. Хоть бы кто был, уже порядка не будет. Ой, кино! Оба кино. Надо менять полностью.